Сильном, значит, возле недавно вскрытого, оборованного, точнее, гаража, ворота которого сняли и утащили, сдали, точнее, на металлолом. Можно бы сказать, это рядовой процесс. Что это рядовой процесс или зарядное событие. Но в последнее время, сейчас в Стаханове особенно, участились воровство металла, с дачных кооперативов, с гаражей. Все тащится, воруется и тащится на незаконные приемные пункты металлолома. Проломили шлакоблок, выбили, залезли в гараж, сняли ворота полотна и увезли на металлолом. Она знает, что в городе власти говорят 30 незаконных приемных пунктов металлолома. Город, но никто не закрывает их. Все знают, где они находятся. Милиция знает. И вот эти ворота тоже оттащили, скорее всего, ближайшие. Или на фестивальную, или на три столба. Бывшее здание ДСАФ. Где приемщик принимает там все. В новом товариществе оптик. Здесь тоже вандалы, точнее металлисты. Тащат все, что возможно. Столбы железобетонные. Их вытащили. Пальчики эти железобетонные разбили. И сдали арматуру на металлолом. Остались ямки. И все. Ямки и щебень, остатки бетона, вот и все, что осталось от этих столбов. Или уже здесь он навес сбили, будет лезть в этот домик. Этот домик тоже, можно сказать, обречен. Вытащили столбы, сейчас лезут, пытаются залезть, снять металлическую эту раму. А дальше разберут его, да и все. Разборщики. В этом домике начинает лезть, как говорится. Сейчас за последний месяц это все участилось. Тащат вообще невозможно. Просто сдать с оптика, с березки, с юности. Ездят целые бригады на мотоциклах. Человека по три. Без кузова. Точнее это. Грузят секции заборов, столбы. И все вывозится на приемные пункты, где принимается. А милиция практически крышует этот приемный пункт, потому что знает, но мер не принимает. Фактически их не закрывает. Это будет в вакханалии в нашем городе. Слышал по радио, что казаки пытаются, точнее хотят защитить горожан от этого произвола. Металлическое, точнее. Можно сказать, бандитизма. Хотелось бы надеяться, хоть казаки, потому что от милиции ждать помощи невозможно. Только не может сама себя закрыть. Все приемные пункты, что находятся в городе, незаконные, они непосредственно крышуются милицией. Поэтому она закрывает. Вся помощь на казаков и другие организации общественные, которые остановят этот произвол. В народе, скажем, беспредел.